Почему избегала работать с Безруковым, рассказала Екатерина Гусева. С самого начала актрисе было очень трудно играть жену героя, которого исполнял совершенно незнакомый ей человек. Саша Белый и его жена – образы еще более канонические, чем забугорные Бонни и Клайд. По крайней мере, так считают отечественные зрители. Если же эти самые зрители узнают правду, то весьма удивлятся. В реальной жизни между Екатериной Гусевой и Сергеем Безруковым, воплотившими культовые постперестроечные образы, все было не так гладко, как на экране. К моменту старта съемок актриса не была знакома со Сергеем, поэтому играть сразу жену его героя для Гусевой было очень трудно. В то время как Безрукову все удавалось очень легко, Екатерина не могла убрать зажим и чувствовала себя очень скованно. В какой-то момент продюсеры даже пригрозили актрисе увольнением. Так как Гусева не хотела уходить, то она переборола себя и смогла вжиться в роль. Несмотря на то, что после такой разведки боем актриса должна была привыкнуть к партнеру и с радостью сниматься с ним в других картинах, на деле оказалось иначе.